Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1407. События дня. Евангелие от Матфея 24:14. И проповедано будет все Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. За 21 октября 2019 года. Ну вот обращение о помощи брату Игорю купить комбайн. Считайте, затормозите, я более быстро буду проворачивать все эти данные. Очень большие здесь сообщения, важные, о проповеди, о миссионерской работе. Сколько выделяют в разных странах у сектантов и сравните с православными.
Ну, вот столько материалу. Ну, тут еще можно было кое-что показать. Вчера отдельный материал выставил о Квачкове. Где-то он у меня здесь есть. Вот он, Квачков Владимир. Вот, посчитайте, тоже попутно показать. Его благословляли, а он стал еретиком. Вот как пишут.
Ну, вот такое. Просчитать можно было. Ну, на этом все.